В Красноярске проверено состояние 122 подпорных стен. 7 из них признаны аварийными, их сейчас ремонтируют. Причем все работы по проверке и приведению конструкции в порядок проводят не за счет бюджета. Их оплачивают городские строительные компании. Инспекцию стенок решили провести после трагедии на проспекте Свободный. 2 августа там обрушилась опорная стена. Под завалами погибли 2 человека. Напомню, также в Красноярске в ближайшее время будут проверять все школы, детские сады, медицинские и другие социальные учреждения. На этих объектах уже выполнены работы. Их в городе 7. Это те, которые имеют большие нарушения целостности, имеют большие нарушения конструкции. Во всех районах города их исследовали, посмотрели, разобрали и собрали снова. И теперь они находятся в исправном состоянии.